Премьера нового четвертого фильма о парке юрского периода состоялась в Лос-Анджелесе. По красной дорожке прошли Крис Прэтт, Брайс Даллас Ховард и другие актеры, сыгравшие в научно-фантастическом фильме. Эту серию назвали «Мир юрского периода». События в фильме разворачиваются спустя 22 года после истории, рассказанной в предыдущей части. Остров с динозаврами превратился в развлекательный парк. Однако все начинает идти не так, когда в самом опасном ящере просыпается агрессия. Это фильм для поклонников, созданный поклонниками этой франшизы. Я уже его посмотрел, он превосходный. Людям он непременно понравится. С нетерпением жду их отзывов. Я просто в восторге от премьеры фильма. Я большая поклонница парка юрского периода. Это так удивительно. Создатели сделали главного динозавра в картине еще больше и еще свирепее. Он – результат лабораторных скрещиваний и был выращен в пробирке. Бюджет фильма – $150 миллионов. Как ожидается, в первую неделю проката «Мир юрского периода» должен принести 121 миллион. Это сделает его одной из главных премьер года.